Итак, давайте теперь усложним. Выбираем катану. Делаем теперь R, перекручиваем ее. Ставим где-то вот в такое положение, потому что он будет прыгать. Вот так. Я кость не буду вставлять в катану в этот раз, а сделаю вот таким вот образом, так как она тут легла. Так, теперь R. Единица на нампаде. R. G. Вот так вот. Выбираем теперь катану, выбираем кости, заходим в постмод, выбираем на руке, ну, допустим, вот эту косточку и делаем Ctrl-P, бон. Все, теперь у нас будет рука G действовать именно с катаной, Ctrl-Z. Ну и погнали. Так, тройка на нампаде, катану я побольше сделал, чтобы прикольнее было. Выбираем одни кости. И заходим опять в постмод и будем делать страшные вещи. Так, теперь мов чуть-чуть его вниз. Вот так. Выбираем кадры эти, значит, delete keyframe. Я не знаю, откуда зачесались. Здесь делаем теперь и, так, и локрот, первый кадр. Сделаем с нулевого, переведем вот это все G на нулевой кадр и локрот пропишем еще раз. Теперь N панель, делаем Screencast Key, чтобы видеть все это дело, что я нажимаю N, закрываем панель. Ну и погнали. Так, выберем первую позу. Это поставим на первый кадр. Ставим первый кадр. Выбираем косточки рук, таз. Так, тройка на нампаде. G. Теперь, так, наверное, вот этот, эту ногу мы сюда подставим. G. Теперь английская А. R. Выкрутим персонажа. G. Его вот так опустим. Голову ему теперь выкрутим. Так, теперь вот это. Рука идет G, R, R, и идет G вот сюда. Вот как-то так. Теперь R. Так, наверное... Ну да, пускай вот так вот будет. Теперь вот эта рука с катаной идет G вот сюда, в бок, R перекручивается и G вот так вот. Теперь вот эта нога G уходит вот сюда и ступня подкручивается. Так, теперь тазовая кость. Тройка на нампаде, выходит G. Так, эта рука еще G вниз. Позвоночник пусть пока так побудет. Тройка на нампаде. Это значит G еще ближе сюда.
А это чуть-чуть G подальше. Во. Это будет первая поза. Пока движение позвоночника не меняем, вот, чтобы персонаж не поломать. И делаем вот так вот. А и локрот. Теперь получается, выбираем вот эту тазовую кость. Так, тройка на нампаде. Вытаскиваем ее вперед. Вот так вот. Перекручиваем. Позвоночник тоже немножко перекручиваем. Даже нет, не надо. Ctrl-Z. Вот эту ногу подводим. Значит, вот сюда. Таз немного. Так, Ctrl-Z не ту кость взял. Тазовую кость. G немного вот так вот. Так, это уже пятый, давайте кадр будем писать. Я опять что-то запутался. Так. Выходит G. Вот так вот. Кисть перекручиваем. R. G. R. Теперь, значит, ногу подводим вот сюда, поближе. И позвоночник R чуть-чуть перекручиваем. Так, а эту косточку тазовую, тройка на нампаде, чуть-чуть вот так вот G. А и локрот. Смотрим, что получилось. Теперь на 10-м кадре. На 10-м кадре выбираем тазовую кость. Тройка на нампаде. Выбираем руки сразу, чтобы потом ломки не было. Тройка на нампаде, G. Здесь у нас должен идти прыжок. Еще раз G. Вытягиваем вот на эту ногу. Идет толчок. Так, вот эту руку G, она идет сюда, R перекручивается. Вот так вот. И вот это с катаной. G тоже вот сюда как бы выпрямляется. Так, теперь R шея нагибается. А и локрот. Есть такое дело. Теперь у нас 15-й кадр. Все это дело G. Выводим повыше. Вот так. Перекручиваем R, ставим вот так вот G, и получается вот эти руки вытягиваем вперед. Вот так вот раз, и R, ну типа вот так вот. Эти ноги вот сюда. И вот эту часть тоже назад. Вот так вот. А, и локрот. Так, теперь у нас выходит 20-й кадр.
Получается тройка на нампаде. Так, G переводим, R перекручиваем. Вот так еще, вот так это. Теперь получается у нас G. Вот сюда он должен приземлиться. Здесь мы подсогнем шею. Вот так. Можно немножко еще позвонок подсогнуть и голову. Вот так. Ноги эти также остаются. Так, теперь что получается? Катана уходит, G. Так, даже семерка на нампаде. Английская А. R. Перекрутим. Вот так, чтобы было. Так. Теперь получается, эта рука уходит, G. Вот так вот. А это катана. R. Вот так вот как-то. И вот это плечо чуть-чуть перекрутим. Так, и немножко одну ногу, наверное. G припустим вот так вот. Вот так вот. Так, и немного, наверное, еще позвоночник подкрутим. Вот так вот. Английская А, тройка на нампаде. И G. Вот так как-то ее. Вот таким вот образом. Так, запоминаем, что крутим еще вот позвоночник чуть в бок, чтобы он на плечо приземлился. Пишем А, И, лок, рот. Смотрим, что да как. Так, и теперь получается приземление на 25-м. Получается, теперь мы вот эти ноги G опускаем к телу поближе. Он должен сгруппироваться вот так вот. R. И тут R с катаной. И вот эта рука. R. G уходит сюда. Вот он приземлился. Ноги даже можно еще пониже опустить. G. А, И, лок, рот. И теперь на 30-м кадре он должен оттолкнуться. Опять же выбираем ноги. Вытягиваем их. Выбираем следом таз. Так, сначала таз. А потом выбираем ноги. Так. Выходит G. Вот так вот. R. Позвоночник. R назад и R назад. Так, теперь таз. R назад.
G. Выбираем те ноги. Так, вот пошла ломка. Так, что тут такое вообще выходит с ногами опять? Так, G. Ctrl-Z. Так, раз. G. Так, так, так. Семерка на нампаде. Пробуем R. Пробуем ноги G. Колени в другую сторону стали гнуться. Так, опять пробуем 30. Вот эти вот моменты надо постоянно подгадывать. Если прозеваете на каком-нибудь кадре, это потом будет вот такая фигня. Вот, начинается. Так, начинается. Здравствуйте. Семерка на нампаде. Вот эти выбираем. R. G. Так, ну колени пока нормально. Выпрямляем тогда R сразу в голову. Так, вот так как-то. Выпрямляем теперь туловище. Вот так вот. Проверяем сразу ноги. Если ноги будут выкручиваться, то... О, все, нормально. Вроде поймалась. И теперь получается английская... Так, не английская, а теперь выбираем таз. Выбираем ноги. Получается G, R. Семерка. Получается A, R. Так, вот где-то G. Потом руку надо будет поймать. Вот этой рукой он толкается. Так, а эта рука уходит вверх. Вот так вот. Так, позвоночник еще выравниваем. Так, теперь вот этот таз. R перекручиваем. И вот эти ноги. Так. Гнуться туда, куда надо, нет? Так, ноги гнутся. И ноги тогда G. Вот так идет толчок. R. G. А, и локрот. Смотрим, что получается.
И на 40-м теперь, вот на 40-м кадре, нужно сделать верхнюю точку и приземление. Так, делаем теперь G, перекручиваем R, вот так вот. Да что такое опять с ногами? Ctrl-Z. G, тройка на нампаде. R, G. И сейчас будем вот этого гаврика выравнивать. Так. А хотя не надо. Мы сейчас сделаем вот такой вот финт. Копируем теперь первый кадр. Тройка на нампаде и делаем Shift-D. Shift-D. И копируем его на 40-й. Опа-на, здравствуйте. Delete keyframe. Так, 35-й. Что тут получается? Что тут? Где косяк? Так, так, так. R, таз перекручиваем. G. Вот так. G, вот так. Теперь перекручиваем R, таз. Так, G, нога выходит. Нормально, но гнется теперь не туда. Вот тут отсюда идет косяк. Значит, где-то что-то перекрутилось не по-детски. Так. Так, рука есть. Вот так позвоночник сгибаем. И теперь таз выгибаем побольше. Проверяем ноги. Так как гнутся. Вот опять колено что-то куда-то будет уходить. Так, G. Вытягиваем ноги вперед. R. Шею побольше. Попробуем тут эту позу сделать. Вот так. Теперь вот это G. Катана уходит. Вот сюда. И идет перекрут. Правильно? Вот
так вот. О, и идет G вот сюда. И получается R. Так, единица на нампаде. Не пойму, что тут с рукой, блин. О. Так, что теперь? Вот так вот. Так, английская А. Выбираем, заходим в Edit Mode. Арматура. Bone Full. И по Y. Блин. О, теперь заходим в Post Mode. Да, ядрить, копать, колотить, забивать. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, тройка на numpad. Так, ну а с рукой-то что тут? Йохан Валет, а? А вы эти констрейны еще эти использовать, это вообще тут запутайся в край. Че за хрень? Где тянет? Вот получается, поперекрутились все кости вот эти. Тут же как в космосе ориентацию потерял по верху. Земля, небо. О. Вот откуда все идет. Все где-то что-то поперекрутилось. По жести прям. Вот они перетяжки. И здесь вот перетяжки, да? Вот они.
Так. Вот эти нафиг не нужны. Так. Во. G. И вот эту руку R. G. Во, тройка на нампаде, английская А, Р, Г. Вот так теперь. А, И, локрот. Ну а теперь приземление. И изъеживаться не будем. Делаем вот так вот. G. R, G. Вот так. Теперь выгинаем позвоночник. Выбираем руки. Вот так вот. R. Выгинаем теперь позвоночник. Попробуем, чтобы он присел. G. Вот так вот. На эту же ногу. Эту ногу теперь уводим вдаль. Перекручиваем позвоночник. Вот так вот. Выгибаем шею. И в эту сторону вот так как-то. Так, теперь катана, она должна его ж не поранить, правильно? И вот так вот как бы держи вперед. Еще убираем таз, пониже его садим, пусть тут он на колено. Теперь R катана вот так вот в бок. G, что тут да как? Сороконожка какая получается. Так. G. Эту ногу сюда тогда. Вот так. И эту руку к руке. Фу, к ноге вот сюда. Вот раз. И вот так вот как бы R. И можно даже в кулак ее потом сложить. Так, ну вот так как-то. Раз. И вот так вот. Раз. Так. G. G. Так. Я вот здесь вот, а вот здесь уже нужно тело перекручивать. Тут уже без вариантов. Так, R и позвоночник. Так, это он отдельно идет. Тройка на нампаде, G, ноги именно на пол. Вот так вот. Так. И надо вот эту жепинс перекрутить. Выбираем кость и делаем R. Во. Вот так вот. И чуть-чуть сюда. Во.
и локрот. Убираем, смотрим, что получилось. Так, 35-й. Вот, тут вот здесь еще нужно кадр посадки сделать. G. Ноги вниз. G. Голову R вперед. Теперь получается руки G идут вот сюда в бок, позвоночник перекручивается и катана так раз R вот так вот G и ноги тогда прям на вытяжку. Раз. И R. Как бы на приземление. И получается английская А. Тройка на нампаде. И получается G. R. G. Вот так. А. И. Локрот. Так, а теперь делаем вот такую штуку. Вот сюда помещаем куб. Add mesh куб. Делаем ему S. Делаем ему G. И вот так вот помещаем. Угу, нормально. Можно его даже немножко растянуть. Вот так вот. Так, теперь выбираем опять кости и заходим опять же в Pose Mode. Ставим 40 кадров. В конце вот здесь начало кадров с нуля, а здесь вот начинаться теперь будет с единицы. Отключаем кости. Так, тройка на нампаде. Лучше, конечно, вот с этой стороны смотреть. Так. Так, и вот этот куб. Чуть-чуть увести сюда. Посмотрите по кадрам. Вот так, да? И немножко, наверное, S все-таки его уменьшить. И чуть-чуть вот сюда вот подвести. Так, дадим материал кубу. Ну, какой-нибудь, я не знаю. Пусть коричневый будет, не, синий. Ну, чтобы взгляд на себя сильно не привлекал. Так, пойдете. Тройка на нампаде. Кости долой. Вот, теперь можно добавить промежуточные еще кадры. Вот, чтобы он помягче вот здесь вот. Раз, вот толчок идет. Сейчас я покажу. Вот идет толчок. И вот с 26-го вот он рукой как бы толкается. И вот здесь вот можно промежуточный как-то поставить. Вот рука у него вывернулась. Если прописывать будем кадр вот этот. Так, зайдем в Pose Mode.
И получается, вот 32 кадр уже нужно корректировать. Почему? Потому что вот кисть перекрутилась здесь. Вот ее нужно вернуть на место. R. И тут вот с ногами тоже проблема выходит. Так, это G. Так, что тут с катаной, с рукой? Это значит G, R. Вот так вот. И катана должна быть где-то, ну вот в таком вот положении. Вот так вот G. И на вытяжку как бы. Так, теперь вот у нас косяки тут будут теперь вылазить. Вот эти вот кости нужно поправлять. Вот раз, колени. И вот это колено тоже поправлять. Во, чтоб он мягче был. Так, также можно здесь чуть-чуть ключицу выгнуть. Уже на этих кадрах прописанных можно корректировать конкретно уже, не бояться. Вот можно там ногу куда-то перевернуть. Вот, вот так вот, допустим, раз. Во. Смотрим, что да как. И пишем А, И, локрот. Смотрим следующие кадры, как они себя тут ведут. Вот рука тут вытянутая. Вот здесь вот нужно ее немножко G назад подправить. И она близко к ноге уходит. Вот теперь корректировка. Вот так вот. Что с коленями тут? Смотрим, что да как. Вот ноги можно в полете подкрутить чуть-чуть. Вот так вот. А, и локрот. И получается, вот у нас и такие будут теперь вылазить именно вот здесь косяки. На вот этих полетах. Почему? Потому что я ноги настраивал. Это сейчас я понял. Вот что у меня на Inverse Kinematic дополнительные стояли Copy Rotation. Я настраивал ноги, как и руки. А потом все переделал, а эти констрейны не удалил. Вот этот косяк и вылазил. Так что, у кого будет, проверяйте внимательно, что есть на персонаже и чего нету. Так, тройка. Object mode. Вот теперь нужно куб пониже опустить. Вот так вот. Выбираем опять же кости. Close mode. Кости отключаем. О! Вот 40 кадров. 2 секунды у него выходит почти. Как проверить? Ctrl-T нажимаем. И получается секунда 10. Вся анимация выходит на секунду 10. Нормально прыгает гаврик. Чтобы мягче все это дело происходило, вы видите, что когда не прописаны какие-то кадры, то начинается вот это, как ее называется, тупить. Вот. Вот так вот. Когда быстро он, конечно, идет, вроде незаметно. А тут вот идет вот эти вот вот. Получается, сейчас вот что получается. Так, это вот идет толчок. И вот на толчке, в принципе, может быть меньше кадров. Так, вот здесь вот подготовительный, где-то движуха пошла. Можно прописать и... Так, давайте сначала... Так, посмотрим, проверим. Значит,
здесь он приземляется, здесь идет у него ускорение. Вот от этого кадра, так, вверху должно быть как бы замедление, и потом идет вот ускорение. Ну вот, вроде все нормально. Так, вот здесь вот этот кадр можно поближе подтянуть G. Вот так вот. И теперь ставим Ctrl-T 3845. Ставим 45 кадров, чтобы он чуть-чуть еще и посидел. Или даже 50. Раз вот, хоп, хоп. Так, вот здесь вот тоже можно прописать побольше, чтобы он мягче здесь уходил от А и локрот. И понеслось. Так, я сначала сохраню все это дело. Save as. И вот теперь можно добавлять, прописывать. Так. И локрот. И локрот. И так далее. Ну, опять же, просматривайте. Вот где вы делали, потому что бывают косяки на кадрах. Вот, допустим, сейчас он толкается. Вот здесь ноги еще вроде как пойдут. Но вот здесь ноги уже должны быть вытянуты. Вот как бы выкручены чуть-чуть. Вот так вот. Он делает усилия. Ноги выпрямляются, делаются ближе. Он как бы группируется. И вот получается А, И. Локрот прописывается. Смотрим, что здесь. Здесь вот тоже корректируем. Вот так вот. И вот так вот. Так, что тут с кистью? Вот опять же смотреть надо. Вот она перекрученная. Это вот тоже не есть хорошо. Так, раз. Вот так вот. И можно как бы поближе к телу руку подвести вот на каком-то кадре. Вот так как-то сюда, я не знаю. Как-то вот так, наверное. А эту часть вот можно R. Раз он рукой толкается, значит упор как-то идет ближе к этой руке. Вот так вот. А, и локрот. И вот когда вы все переписываете, вы видите, что теперь будет у вас тряска. Почему? Потому что вот этот кадр остался прежним, а вы изменили предыдущий. И вот раз, здесь уже пошла как бы нестыковка. Рука вот вроде как толкается и потом уходит назад. Можно вот этот 30-й кадр уже удалить. Получается Delete Keyframe и поставить на 30-й кадр вот этот, который мы переделали. Вот. Так, теперь, если вот здесь ускорение идет, возьмем, допустим, ладно, сейчас что придумать. Так, здесь вот идет посадка, здесь толчок. У нас получается два действия для ускорения. Это вот вверху как бы замедляется он, и вниз уже падает. Не, вверх он ускоряется, а вниз как бы замедляется.
все это дело есть. Если сейчас мы вот это все G перетянем на 25 кадр, вот теперь получается. Раз, как бы затормозился, сгруппировался, а потом опять толчок, резкость у него идет. Потом что получается? Вот здесь он отталкивается. Здесь вот типа как бы полет. Можно его тут замедлить. Так, тут идет толчок. Это вот G. Отводим, допустим, ну, на 40, до 45-го. Раз, оп, замедлился. Опа-на. Ну, это сильно. Надо еще вот G. Ну, где-то вот. Вот так нормально будет. Во. Вот эти теперь можно пораздвинуть чуть-чуть. Вот так вот. Вот он уже мягче прыгает. Вот и здесь можно добавить еще кадров. Так, что тут еще получается? Если мы вот здесь пропишем. Так, ну здесь резкость можно. Вот здесь можно прописать. А. Так, и окрот. Так, что так? Так, ну и поставим задержечку немножко. Или вот, выберем теперь все кадры. Поставим на первый кадр и попробуем сделать S. Ну, допустим, пусть будет у нас сколько? 35 кадров. Смотрим, что получилось. О! Видите, он мягче стал прыгать, потому что кадров много. И каждый кадр прописан, мягко все это дело идет. Вот так вот. А если мы это все дело расширим теперь, S, и поставим, допустим, до 100 кадра. Ставим 100 кадров. И получается, что у нас вот он медленно раз, и вот Benz уже медленно все это дело делает. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. А если мы попробуем... Так. Вот на этом кадре, где он именно прыгает вверх, это получается у нас 10. И вот это вот G отвести, допустим, подальше. Потом выбрать приземление, тоже увести подальше. Смотрим. Раз. Тупизм идет.
Вот, вот так уже получше чуть-чуть где-то задержечку небольшую ставить. Во, раз. Как обезьян. Вот, теперь все вот это выбираем и чуть-чуть еще подвинем поближе к этим кадрам. Ну, с зазором. Вот уже прикольно. Уже классно. Ctrl-T. Единственное, вот, что хотелось бы узнать, кто-то знает, как можно прописывать между секундами вот эти кадры. Вот, чтобы я мог прописать кадры вот тут здесь, 0.27, 0.25, допустим. Где-то посередине одну поставить по кадровку. Если кто-то знает, что нажать нужно или какую функцию использовать, может, аддон, какой модификатор, подскажите, пожалуйста. Я просто видел, что у это на одной анимации были прописаны и секунды вот эти. Вот эти вот прям секунды. А здесь вот секунды все равно, как бы вы не уплотняли кадры, все равно получается, что секунды остаются не прописанными. Ну, вот такая штукенция. Так, тройка на нампаде. Вот если теперь выбрать G, увести вот эти кадры. Бенс, оп, подумал, ага, напрягся и пошел вверх. Так, теперь пусть он немножко задумается, что вверх ему нужно. Вот раз, уже лучше. Так, раз. Вот, чуть-чуть еще отвести. О, вот теперь нормально. Он подумал, оттолкнулся, пока напрягся и ушел. Так, что еще тут есть? Ну, вот тут еще нужно, видите, все равно подправлять кадры. Вот рука при прыжке уходит. Так, и вот. И вот. Вот эти кадры нужно подправлять. Выбираем. И вот так вот. Перекручиваем там руку или какую-то деталь, часть. Вот так. А так вроде все нормально. Ноги нормально. Вот мелочевка. Программа ее чуть-чуть перекрутила. Ctrl-Z. Просто оставляем и переписываем, допустим, А и Lock-Rot. Смотрим, что на других кадрах. Вот такая же штукенция. Мы ее тоже берем. R. Перекручиваем. А, и Lock-Rot. Так, ну а здесь, по-моему, вот отсюда все и пошло. R. И G. Убок. Так, и теперь чуть-чуть ее вниз. Вот так, что рука не может прям так ровно сильно быть. Это шиздец будет тогда. Так, А, И, Lock-Rot. Словом, нужно внимательно смотреть за кадрами, когда вы их перепрописывайте. Вот такая попытка сделать побольше движений, чтобы понять, как она, где оттянуть, где вот замедлить, где-то прибавить. Экспериментируйте вот этими ползунками. Кадрами. Ctrl-Z. Так, а если еще больше уплотнить?
то будет он вообще скоростной S. И поставим, ну, секунду. Но все равно с задержкой. Если сейчас задержку убрать, вот так, и вплотную все делает, прописать, то он будет вообще быстро двигаться. Как лягушка. Все, всем пока.